Всем привет, друзья! Сегодня вот многие вот просили мне заснять видеообзор, что в итоге с Ланзаром получилось, который собирал я. С Ланзаром все нормально, хочу сказать. Укрепил его на теплоотвод. Вот такая алюминиевая подошка для того, чтобы все транзисторы разом вот на теплоотвод через термоусадку укрепить. А У101 теплоотвод от этого усилителя, радиотехника У101, думаю, именно такой был усилитель, хотя точно не могу сказать, но по виду довольно громоздкий теплоотвод. Такой вот, довольно, кстати, толстый. К сожалению, неудачно покрасил теплоотвод, поэтому при работе на максимальную нагрузку теплоотвод довольно сильно воняет. Краска еще, думаю, не совсем подсохла. Краска, к сожалению, была не очень уж и качественной. К тому же теплоотвод не почистил перед покраской. Имеется у нас вот охлаждение второго предвыходного каскада. А дальше блок питания импульсного типа на ИР-2153, плата от многоуважаемого человека. Диода МУР-860, выпрямителя питания плюс-минус 52 вольта. Но просадка напряжения есть довольно большая, это нормально, поскольку я изначально... Кстати, указано напряжение, это холостое, без выходной нагрузки. Скажем, при нагрузке 60 Вт на выходе, питание плюс-минус 47 вольт, это потому что я трансформатор именно так рассчитал, поскольку изначально схему делал для плюхи, а не для Ланзара. Но, собственно, еще и будет, у меня есть выводы, вот тут отдельно еще ничего не поставил, для фильтра низких частот. Так, звук будем подавать с планшетника, который подключен к музыкальному центру. Последний играет роль предварительного усилителя. Головочка Sony Xplot на 1 кВт. Крутая. Слышим вот такой небольшой звук, гул точнее. Это поскольку у меня выход, точнее вход Ланзара не имеет никаких ограничителей, никаких регуляторов не ставил. Просто тупо вход подключаем на выход с музыкального центра. Да. Ток покоя настроил в районе 120 мА. Ну что дальше? Ничего дальше, думаю, пояснять не нужно. Даже при максимальной нагрузке, если вот на всю катушку усилитель подключить, то вот этот радиатор силовых транзисторов блока питания остается ледяным. То же самое с диодами. Они чуток, правда, перегреваются. Перегревается чуть-чуть, прям незначительным образом трансформатор. Все, что греется в этой схеме, это снаббер на 100, точнее резистор в снаббере на 100. И вот чуток перегревается резистор, ограничитель для микросхемы. Да? Через него поступает питание для микросхемы. Термистор у меня 3-амперный, поэтому он тоже чуть-чуть перегревается. В ближайшее время заменю на 5-амперный, если найду, конечно. Все так вот красиво смотрится с этой стороны. Транзисторов ничего тут не видно. И то же самое с регулирующим транзистором тока, то же самое с предвыходным каскадом и с общим выходным каскадом. Так, ну давайте запустим усилитель. Музыкальный центр. Так, у нас сейчас пойдет музыка. Пошла. Я на планшетнике максимум сфильтровал звук, чтобы мы слышали чистый бас. Не знаю, насколько получится. Звук половина с музыкой. Блин. Старый добрый басатроник поставим. Посмотрим, что будет. Звук половина на музыкальном центре.
эксплод на киловатт. На самом деле все тут шевелится, двигается, вибрирует. Я слышу звук от окон, от стекол, от дверей. Все тут довольно жестоко. Давайте попробуем другую песенку. Мега что такое у нас? Посмотрим сейчас. Друзья, это очень жестоко на самом деле. Я вчера тесты проводил, у меня голова всю ночь кругом ходила. В машине это будет просто ужасно. В конце концов заблокирует мой канал из-за использования вот таких треков. Да ладно, фиг с ним. На данный момент мощи тут порядка 250 где-то ватт. Вчера ночью удалось до 300 ватт снять с использованием преобразователя напряжения, который вот в этом вот комплексе усилительном моем старом и добром лежит. Thank you.
словами не передать. Это просто зверский бас. Чувствуется гигантское давление. Чувствуется мощь, вся мощь Ланзара. Это, конечно же, не вся мощь, которую можно снять. Попробуем еще один трек. В машине я бы себе точно такое не установил бы. Не знаю, как люди терпят этот ужасный грохот. Давайте еще басатроник и на этом хватит. Мой теплоход уже начал гнять. Что грохот передает весь этот грохот. Давайте в натуре вырубим все это. Уже голова у меня бум-бум. Так. Я даже забыл, что я хотел сказать. Головочка рукой довольно-таки. Тяжело она двигается. У меня то ли ради... теплоотвод у меня довольно-таки очень даже теплый. Ну, обжечься, конечно, нельзя, но... Очень теплый он у меня. То же самое с вот этой алюминиевой подошвой. Она вообще очень теплая. Не знаю почему. Так, на этом, думаю, абсолютно ледяная. Вот так. На этом, думаю, все. Прикручу к усилителю фильтр низких частот, регулятор. Установлю все в корпусе и засниму отдельную статью. Ну, давайте поближе покажу я тут, что у нас есть. Кстати, освещаю многоуровневым фонариком вот таким, который ремонтировал. Видели, наверное, видеоролик. Вот тут такой ланзарчик. Такой, конечно же, блок питания. Довольно хороший. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои отзывы. С вами, как всегда, был Акакасьян. Пока.